Добрый ранок. Мы из Украины. Смотрите, две вещи. Одна печальная, одна хорошая. Первая печальная. В Калиновке там осколками убила маму, двое детей осталось. Сейчас занимаемся расселением. И молодой пацаненок поднял кассету от смерча с ленточкой этой белой. Она взорвалась в руках. Ребята, не трогайте ее. Он, мэр, говорит, что ему принес в кабинет. Эту поднял с поля, принес в кабинет. Говорит, вот смотри, что я нашел. То есть у них есть система самоуничтожения. Она часто взрывается там. Она не взорвалась по какой-то причине. Она может взорваться в любой момент. Не надо собирать осколки, которые вы не понимаете. Умер парень из-за того, что поднял эту мину, она взорвалась у него в руках. Ну, то есть, зачем? Это же понятная, простая техника безопасности. Второе, из хороших. По данным нашей разведки, противник очень деморализован. Разбегается назад в штабы свои, там какие-то командные пункты, их выпихивают обратно, идите к своим машинам, забирайте, делать. Реально после вчерашнего обстрела, она была не только со стороны Николаева, она была по территории всей области, их догоняли. Противник деморализован. То есть сейчас самое оно для того, чтобы их дальше загнать. То есть техника, которая в полях, забирайте себе как компенсацию, тащите, передайте военным, то есть отгоняйте этих, что там бегают, орков. Полностью они по кустам бегут сейчас. Это данные перехвата разговоров их, это данные, которые на местах, это данные разведки. Также у них нет соляры. Не давайте им соляру, выливайте, жгите, то есть, ну, врагу ничего полезного не отдаем. Спасибо.